первый раз воспитанники Федерации фигурного катания становятся соперниками. Чьи конечки самые быстрые, традиционно выясняется ровно через полгода после начала тренировок. В сентябре малыши от 4 до 6 лет впервые выходят на лед. А уже спустя 6 месяцев они могут выполнять упражнения фигурного катания – фонарики и змейки. Первые проигрыши малышей расстраивают, но, шепчет капитан команды, медали достанутся всем. Болельщики каждый этап веселых стартов запечатлевают на видеокамеры и сотовые телефоны. Переживаю за спортсменов все члены семьи. Готовилась, ходила, сегодня утром встала, мама у меня соревнования, говорит, да. Ну, не знаю, понимает, не понимает, конечно. Как могли, готовились. Ангелина тоже готовилась к соревнованиям. Успевала и сама выполнить задание эстафеты и следить за тем, с какой скоростью катаются другие участники команды. Я выигрывала. У меня получалось все. Тем же, у кого не получалось, помогали капитаны команд. Кого-то просто подталкивали в спину для скорости, как в шорт-треке, а самых маленьких даже вели за руку. Мне не важно было, что мы можем проиграть. Пока до выступлений на соревнованиях в личном первенстве юным фигуристам далеко. Но уже сейчас многие девочки видят себя в красивых платьях фигуристок.